Всем привет, друзья, это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир, и мы играем в Uncharted 2 среди воров, и у нас глава называется «Кошки-мышки», поиграем в «Кошки-мышки». Кто из нас будет кошкой, я не знаю, мышкой, наверное, будут они. Давай, бежим, бежим, Тензин, Тензин, или как это зовут чувака вот этого, я все-таки вспомнил. Давай, да осторожно, тут танк лазит. Тензин, Тензин, открой эту дверь, быстрее, где ты там? Какая дверь? Быстрее открывай, сейчас нас танк рубанет. Ну, резче, 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 давай, я за тобой. Все, уходим. Патроны, это хорошо. Ой-ой-ой, подожди меня. Не убегай без меня, давай, а то ты мне еще там дверь вдруг какую-то пригодится еще открыть. Пацан, ты чего? Ой, не трогай меня так больно. А ты откуда взялся-то еще? Мы же с пацаном говорили, но не надо было вмешиваться сюда. Так, есть патроны еще, нет? Вон еще один стоит. О, их там трое. Тензин, осторожно, Тензин. Давай, 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 руби быстрее. Все, пошли. Я патронов сейчас наберу и за тобой быстрее. Стоп, мне показалось там сокровище какое-то. Точно нет? Вон, лежит, лежит, точно. Я чуть не ушел мимо. Охотник за сокровищами, любитель. Рог дали. Я бегу, бегу, бегу. Ну, видишь, параллельно приходится сокровища еще собирать. Да как нам с танком-то с этим справиться теперь? Сюда, куда? Подожди, ты куда убежал-то? Я же не увидел. Стой. А, вот сюда. Все, бегу. Подожди, по пути гранаты надо собрать обязательно. У меня уже 4 гранаты, отлично. Куда? Куда? Ты обратно, что ли, отходишь? Ты что, испугался, что ли? Или туда танк приехал? Он что-то обратно отходит. Не, ну давай обратно отойдем. И снова побежал туда, да? Чё за глупости творишь? Давай идем тогда, боремся с ними. Так, это свой. Нифига с танка шмаляют, а? Да иди ты нафиг! Капец, сразу помутнело в глазах. Не, ну я могу пробраться, конечно, туда, вон дальше куда-нибудь попробовать пробежать. Давай, бегу. Все, уже патроны даже целые уже, все. А, ну вот с этими могу поговорить пока. Идите сюда, ой. Гранату, гранату туда. По-любому, блин, давай быстрее. А вот с этим пока постреляем. Отвалите, вы чё столько вас, а? Сейчас, 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 нельзя. Давай, прикрывай меня быстрее. Прикрывай, надо отдышаться. Сейчас отдышимся и пойдем дальше. Не, как... Нафиг он встал, я, блин, сидел там так хорошо. Смотри, он сейчас с танка стрельнет. Он едет, едет, осторожно, ребята. Где-то граната, вот она, да. Она мне как раз пригодится сейчас. Все патроны надо собирать, потому что тут... Эй, ты! Тетенька упала там. Блин, нифига они... С танка фигарят, а? И к нему, видишь, что, к нему и не подобраться-то ближе там он, потому что с пулемета бьет. Да не вставай ты, чё ты встаёшь? Здесь вообще вставать нельзя. Здесь надо только аккуратненько вылазить и все. Мне кажется, надо вообще подальше, еще дальше свалить куда-то. Почему он именно по мне стреляет? Столько народу здесь, главное, по мне надо обязательно палить. Еще дальше поехал, да? Нет, давай я вот здесь буду тебя ждать, пока ты уедешь. Вон он, наверх надо бежать. А как я пробегу-то, если он по мне сейчас будет стрелять? Ну, давай попробую. Давай, 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 он меня зовет. Быстрей, быстрей, ну пошли, я уже пришел. Я должен делать с этим там. Вот именно, что надо сделать-то?
Ай, как так-то, а? Ты бы хоть предупредил, что тут опасно, что мост старый, дряхлый, уже сразу развалится. Куда? Чё, бежать? А, надо просто бежать. Тензин, гранатомёт! Гранатомёт, Тензин! Вот он, пистоль. Не, не то. Пистоль это не то, надо гранатомёт взять где-то. Тут вообще завалило что-то. Жень, ушёл! Эй! Все, все, все уже, хорош, давай. Надо танк этот, где он? Надо его в поле зрения держать, потому что опасно, он начинает из-под тишка даже действовать успевает. Во-во, кто там еще опять? Давай, во, прыгаю, прыгаю, только не туда куда-то я прыгнул. Ладно, подожди. Ну почти получилось, Тензин этот прыгнул, а я не долетел до туда. Давай сейчас нормально сделаю. Воп! Вот, все хорошо. Все, вот теперь нормально. Теперь все пойдет. Да, вот всяк нормально будет. Да, вот так. Эй, отстань от меня. Все, с тобой разобрался. Давай следующий. Давай, берем. Пацаны, надо аккуратно как-то с этим танком бороться. Давай, давай тебе помогу. Давай тебе помогу. Помогу сейчас. А как, что надо сделать? А, тебе просто надо подтолкнуть. Давай, 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 давай. Ну, давай. Что дальше-то будет? Вон он, танк стоит. Я тоже за тобой, подожди. Опа. Я тоже прыгаю. Ну, давай быстрее, а то он нас сейчас подстрелит. Где ты? Куда ты? Он с танка как шарахнул-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой, как опасно-то. И побежал дальше, да? Или куда? Че? Куда? Все, я понял, сюда. Бежим, бежим, бежим. Давай, аккуратненько. Аккуратненько. О, еще один идет. Тензин, где ты? Ах ты! Ну, как мне с тобой расправиться-то? Ай, быстрее, зайти, зайти. Не смог, не успел. Кать, не трогай. Так, все, идем, 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 давай, быстрей. Надо в этот раз... О, сокровище где-то было, подожди. У кого? Забрал. Уже столько сокровищ много набрал. Ай! Не, не попадешь ты по мне, а вот я точно тебе сейчас сделаю. Так, есть. Вот этот тот раз нас... Ага, вот этот тот раз нас пристрелил, да? Ладно, в этот раз по-другому получилось. Так, ну только теперь танк там стоит. Мне-то что делать, блин? Ай. Я могу попробовать пробежать, но это, конечно, не вариант. Не знаю, куда? О, вот сюда скрылся. Мама! Да что творится-то, а? А, я выжил, что ли? Я уж думал, все. Не-не-не, пацаны, не стреляйте по мне, пожалуйста. Нет. Все. А я почему-то думал, все, помутнело сильно там. Ладно, откуда начал? Блин, прям отсюда начал уже, с самого этого, где уже был. Ай, нельзя так выходить здесь, там стреляют, из танка стреляют. Ну-ка, отдышусь сейчас. Сейчас. Аккуратно. Все, пробегаем. Быстро, быстро, быстро пробегаем. Вот здесь надо прям подождать. Чуть-чуть залечиться как-то. Ну, давай. О! Получилось. Еще кто-то был здесь в тот раз. Много их что-то было. Ай! Не надо так, надо бежать. Все, бежать надо, ребята, быстрее, потому что, видишь, что танк... Надо обойти. А чё, куда обойти-то? Подожди. Я могу вот здесь, конечно, немножко сохраниться, так сказать. Но куда обойти? Чего обойти? Танк-то я обойду. А мне вон туда, наверх можно залезть. Да? Я откуда? Я же отсюда вылез. Подожди, а чё случилось-то? Я же ничего не сделал, никто не стрельнул по мне. Опять по новой, что ли? Так, стоп.
Поговорили так, давай с этим. Ну ладно, давай решать этот вопрос, чё же. Сейчас он на меня развернется, да? Да как так-то, а? Ладно, торопиться не будем. Ну, давай. Готов. Сейчас перезарядим. И сокровище-то я забрал. Сокровище забрал. Не, а почему я в тот раз возле танка стоял? Я, главное, погиб там. Ай! Блин, да что такое-то, а? Не, значит, надо все-таки быстрее пробежать. Ну, постараться как-то. Нет, дробовик не буду брать. Ну, сейчас он палить быстро начинает. Так, подожди. Ладно, побежал. Вот так скрыться, главное, вот здесь быстрей. Тут раз же получилось у меня нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что ж ты делаешь-то, а? Все, живи, главное. А как обойти-то теперь его, я не знаю. Ну, мы сейчас вот прям на него выходим. И чё? А, вот сюда надо было. Не туда маленько пошел. Ладно, вот теперь есть куда идти. И есть как обойти. Стихами заговорил даже. Давай, ладно. Энзин! Куда он делся? Вот куда он делся, когда он нужен, куда он делся? Ё-моё, да ты заколебал! Он что, пьяный? Пьяный? Фиг знает, под чем он там. Так, пошли. Да опять ты, а? Ну чё делать-то? А ты реально издевается. Побежали. Быстрее спрятаться. Куда? Я не знаю даже, куда теперь. Просто бежим вперед. Не, ну вариант есть, конечно, вот сюда куда-нибудь. Ну, мне кажется, надо бежать просто. Просто вперед не получилось бежать. А, вот Тензин-то стоит. Побежали наверх, значит. Я что-то не увидел его в тот раз. Вот так будет куда интереснее. Так будет куда поинтереснее. Все, заходим. Давай, аккуратненько. Че пушку свою вытащил? Сейчас этот танк может еще пальнуть куда-нибудь сюда. Так. Ты куда ушел-то? А, вот ты разбираешься уже с кем-то здесь, да? Ладно, я тебе помогу. Но дальше-то куда? А, вот, наверх, пошли. Ой, я сейчас его так, смотри. Не получилось втихаря, ну ладно. Разберемся. Гранатомет, ракетница, давай по танку будем стрелять сейчас. Где он? А, вот он прям стоит внизу. Попал. Только патронов теперь нету. Так, ну давай надо с пацанами вот с этими разобраться сначала. Потому что они нам тоже много чего портят здесь. Ай! Погодите, пацаны, вы чё? Да откуда? А, вот ты кто еще, а? О, а этот еще с ракетницей, ничего себе. Вот, нам надо туда, значит, перебраться. И еще разочек пальнуть по танку. Но сначала надо посмотреть, пацаны здесь все... Да, все, пацаны здесь теперь все погибли. Так, куда надо? Дальше-то как? Дальше-то мне как пробраться-то тут? А, ну надо вон туда, наверное, бежать, я понял. Стоп.
Это мне надо спрыгнуть сейчас. Спрыгнуть. Быстрее, 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 быстрее. В дом. В дом забегай. Ну, быстрее беги. Здесь разобраться с этими пацанами, со всеми. Давай, 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 еще. Готов. И туда, наверху, потому что там наверху была ракетница эта. Куда, 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 куда спрячься? Патроны хотел взять. Вот так. Аккуратно надо. Вот сюда, наверх, залезь, пожалуйста, а. Ты же можешь спокойно все это сделать. Здесь что-то по-любому дадут интересное. Гранаты, ладно, гранаты и так у меня все есть уже. А как? А, подожди. Во-во-во, я отсюда могу запрыгнуть. Давай, залезай, быстрей, пожалуйста. Так, с какой стороны танк? С какой стороны танк? Где он? И где эта ракетница-то? Ай! Стоп, не надо так! Так, ладно, откуда мы начали? Эх, отсюда. Ну ладно. Понял. Ну, а, вот ракетница наверху же здесь была. Я не знаю, почему. Почему мы не, до нее не добрались-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то это все получается так опасненько. Вот сюда нам надо. Вот здесь где-то ракетница была. Вот у него, по-моему, да? Нету, что ли? Ё-моё. А, еще один. Вот у этого ракетница, отлично. Где? Бери, взял, да? Все. Где танк? Танк, мне главное в танк попасть. Готов. Попал. Так, теперь мне надо оружие опять взять. Где? Где калаш? А, я потерялся. Где оружие-то? Дайте какое-нибудь оружие вообще. Ладно, пойдем с УЗИ. А, вот можно было в дом вообще с этой стороны зайти. Ладно. Но я не знаю, куда. Наверх, что ли, тогда? Пошли наверх. Вот сюда куда-нибудь. Ай! Отвали, а! Он меня попал, прикинь. Осторожно. А чё, говорит, отходим-то? Чё они отходят-то? Может, мы выиграли уже, а? Тензин, ты куда хочешь, чтобы мы пошли-то, а? Видал, он все равно стреляет еще до сих пор. Куда он поехал? А, нет, вон все внизу так и стоит. Кто-то вот здесь постоянно палит. Надо вот этого убрать. А, их двое еще тут. Помоги мне, братан, с ними расправиться-то, а? Так, один готов. Есть. Так, какие предложения-то? Дальше куда? Уже и оружие закончилось. Ладно, там эмочка вот здесь лежит. Сейчас я заберу. Вот здесь куда-то надо перепрыгнуть, наверное, да. И туда, вниз, вниз. Что там за погреб, а? Падай, 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 падай. Здесь спрячемся. Здесь спрячемся, пока посидим. А, не, нифига я не спрятался здесь. Вообще видно меня сразу. Так, ладно. Придется обратно залезть. А обратно уже не залезть. Повредите баллон выстрелом из реактивного гранатомета. Ай. Подожди, 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 дай-ка я пройду. Я тут маленько неправильно сделал. Какой баллон-то? Где баллон? На танке, что ли? Так, тут нет патронов нифига. Давай еще раз наверх. Перепрыгивай. Гранатомет-то где? Дайте гранатомет. Вот сюда запрыгнуть. Вау. Да подожди ты, палите сразу так. Куда идти-то? Ай, блин. Прыгаю.
Этого надо снять, который сверху там огонь сказал. Не получилось, не получилось. Так, где мы сохранились-то? Ну пойдет, пойдет здесь нормально. Нам бы найти все-таки этот гранатомет-то, с которого пальнуть надо. А, ну подожди, у него же наверху гранатомет. Вот надо к нему как-то добраться. А как? Я что-то опять не туда побежал. Я опять не туда побежал. Ладно, сейчас решим. Давай еще раз прыгаем. Прыгаем сюда. Ай! Вот здесь... А, ну вот здесь надо как-то залезть прям к нему, что ли. А, вот-вот-вот-вот, все, все. Все, я нашел выход, куда идти. Только меня сейчас могут убить. Ай, ползи. Ну, ползи, пожалуйста. Куда ты? Вон туда надо, в другую сторону. Не туда. Блин. Да что же такое-то? Как мне спастись тут? А, вот тут всего лишь лестница была. Все, залезь. Вот тебе и все. Все правильно, мы вот здесь должны были. Вот, вот с этим надо расправиться сейчас, и все нормально будет. Я туда запрыгну. Опачки, давай. Все хорошо, гранатомет. Да гранатомет бери, что ты взял? Где гранатомет был у него? А, вот он лежит. По какому там баллону надо попасть? Ой, подожди, дайте пригнуться, пацаны, вы что? Стой, надо сначала... Надо сначала вот с этими расправиться. Слишком что-то... Вон сколько гранатометов там. Проблем много от них что-то. Да иди нафиг, а. Кензи, ну с ним... А, я пальнул с гранатомета. Мне надо было в танк стрелять. В баллон. А я куда пальнул? Не туда пальнул. Что теперь делать будем? Патроны израсходовали зря. Значит, надо туда бежать, вон, где куча гранатометов. Только как? Ай! Ладно, я пошел туда, спускаюсь тогда. Сейчас попробую туда пробежать. Что, конечно, маленькая вероятность совсем, что я смогу вообще туда пробежать. Быстрее, 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 быстрее. Ну, давай, давай. Повредите баллон. Сядь. Быстрее, спрячься. Где там гранатомет был? Так, погоди, надо посидеть маленько. Сядь. Вот, надо здесь гранатометы были. Куча гранатометов. Именно то, что нужно. Вот, то, что нужно. Где там у него баллон? Вон баллон. Повредил, ура. Еще раз надо, что ли? Ай, блин, ты чё? Спокойной ночи. Спокойной ночи сейчас тебе сделаю. Есть. Наконец-то мы с ним справились. Капец, как он достал меня. Все живы, все окей? Где шефер? Нейт! Они увели шефера. Господи! Это все из-за кинжала. Я знаю. Эй! Не спорь, поехали. Ладно, тогда двигайся. Ладно. Давай, Лена, я поведу. Ну вот, начинается очередное какое-то приключение. Надо догнать их, пока Лазаревич не убил Шефера. Ладно, есть идея. Что ты делаешь? Я расчищу путь. Сейчас все увидишь. Садись за руль. Что? Садись, говорят. Тогда какого черта ты согнал меня с места водителя? Да, обстоятельства изменились. Ну да. Так, держи ровно. Хорошо. Вот так. Поехали. Еще поближе. Держись!
Вот так планы поменялись. Держусь! Конвой! Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, кто не подписан. И будем дальше играть уже в следующей серии. Все, пока всем!